читает отрывок из книги Марина Удача «Возвращение Богородицы», актриса Алена Кузнецова. В какой-то момент я, по примеру бабули своей, подойдя к красному углу, говорила: «Боженька, Матушка Богородица, спаси и защити моих деда с бабой, моих родителей и брата моего, и сделай их добрее и счастливее, и помири между собой деда Миколу и моего деда, потому как братья они». И вдруг так ясно, до слез осознала, что все, кого я перечислила, это и есть Россия, и что я люблю всех из перечисленных. А значит, и Родину, и Россию я тоже люблю.